Книга о знаменитых самарцах, прославивших российское кино, начинается с портрета легендарного профессора Мориарти в исполнении актера Виктора Евграфова. О том, что его любовь к кино отразится в литературе, писатель Владимир Плотников сначала и не думал. Несколько лет назад, рассказывает, начал публиковать очерки о российском киноискусстве в интернете. Объединить их в книгу посоветовали коллеги. На доработку ушло около 3 месяцев. В результате получилось издание, в котором собрано 230 имен. Я старался передать в авторской интонации почерк этих людей. То есть, если я писал о Гашеке, то здесь ироническая какая-то составляющая есть. Допустим, о Смехове, то там что-то мушкетерское, Смехов ведь играл Атоса. Он тоже свою карьеру начинал в нашем театре. Варвару Попову сегодня мало кто вспомнит по имени, но увидев ее портрет, легко узнает бабушку из всеми любимой сказки «Морозко». Родилась она в Самаре, была любимой актрисой великого Евгения Вахтангова. На соседних страницах очерки о судьбах Владимира Высоцкого, Аркадия Гайдара, Эльдара Рязанова. По мнению экспертов и первых читателей, книга может стать настоящей энциклопедией кино. Для меня там очень много нового. Чувство глубокой гордости и уважения за наш Самарский край. Что на маленькой планете Земля существует такой большой город, люди которого прославили этот город далеко за его пределами. Я думаю, что это знаково. И, наверное, все самарцы с удовольствием полистают, почитают и познакомятся, и удивятся, сколько много самарцев прославили себя на экранах российского кино. Это потрясающая книга открытий. Она вроде и киноэнциклопедия, но одновременно она авторская такая киноэнциклопедия. Она очень эмоциональная. Это уже не первая презентация книги «Самарские тайны российского кино». Многие из тех, кто пришел на творческую встречу, уже с ней знакомы. Я много книжек смотрела по самарскому кино, несколько. Вот это самая такая фундаментальная книжка. Большое ему спасибо. Приятно очень, что такая книга появилась у нас. Владимир Плотников делится, планирует издать продолжение книги. Уже собрано около 30 историй, которые войдут во второй том. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».